С начала года трудовыми инспекторами проведено почти 350 проверок в целях защиты прав граждан из категории социально уязвимых слоев населения. Таких мероприятий в Алматинской области проведено около 100. В результате установлено 218 нарушений трудового законодательства. Также выдано 54 предписания об их устранении. Большинство фактов было выявлено в Карасайском, Илийском и Талгарском районах. В населенных пунктах этих регионов объекты социального назначения оказались недоступны для людей с особыми потребностями. То есть пандусы, установленные на входе в некоторых учреждениях, не соответствуют требованиям. В других же отсутствовала тактильная табличка с информацией для незрячих. Кроме того, нет специальных парковочных мест для инвалидов. Согласно поручению главы государства, до 2025 года в области в рамках проекта «Доступная среда» необходимо оснастить спецсредствами для граждан с инвалидностью около 1300 объектов. На сегодняшний день на исполнение данного поручения проверено около 400 из них. Стоит отметить, что в целом по области насчитывается более 42 тысяч граждан с инвалидностью. В целях их поддержки в стране реализуются такие проекты, как «Беспрепятственное будущее». Делом по контролю в сфере социальной защиты населения государственными инспекторами социальной защиты в этом году проведено 95 проверок. Из них 41 профилактический контроль, 16 неплановых проверок по заявлениям юридических и физических лиц и 38 проверок совместно с прокуратурой.